также у них есть узлы так называемой бесконечности, то есть они решают непреднамеренные последствия высокой инфляции и также эмиссии, и которые подвергаются ориентированным на мастерноды, да, криптовалют. Также у них алгоритм, который называется X25X, то есть это новый пользовательский алгоритм, наряду с уникальным механизмом безопасности комода, да, они используют именно его, то есть известный как Delay Proof of Work, DPOF, они внедряют его в свой блокчейн. Также давайте расскажу вам о технических характеристиках данного проекта. То есть это процесс такой, а также графические процессы, промышленные, обеспечивающие микросхема ASIC, а также FPGA и квантовое сопротивление. То есть укрепление децентрализованного механизма консенсуса в этом процессе. Проект Synovate показал уже себя с хорошей стороны, то есть они давно на рынке, они двигаются по своей дорожной карте и выполняют все условия, прописанные там. На данный момент у них уже есть несколько продуктов, то есть это кошелек, также различные майнинговые пулы, да, вы можете майнить данную монету. Более детально о майнинге я постараюсь рассказать в следующем ролике. Также в следующем ролике мы поговорим о их кошельке и остальных продуктах, которые у них имеются. То есть это Official Pool и официальный пул, да, и медиа также пак. Об этом мы с вами поговорим. Сейчас, мне кажется, самое время подобрать данную монету. Цена ее достаточно низкая, то есть она даже сейчас немного упала. Цена составляет всего лишь 0,004 цента, да, и доллара точнее, и я думаю, что в дальнейшем цена может достаточно хорошо вырасти, и как раз таки сейчас самое время подбирать ее. То есть, судя по дорожной карте, у них впереди очень много таких чекпоинтов, да, на которых как раз таки я думаю, что цена и будет расти. Поэтому уделите внимание данному проекту, изучите его, я думаю, что вам понравится. В описании к видео я оставлю ссылочки на данный проект, на их сайт, на их соцсети, телеграм-канал, еще раз повторюсь, у них имеется и русский телеграм-канал, там вы тоже можете позадавать свои вопросы и так далее. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор, всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться на мой канал и также ставить лайки. Всем пока! I just wanna be the one you love.